Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас будет с вами очередная распаковочка. Ссылочки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. Всем приятного просмотра! Так, все так упаковано. Доставка быстрая. Это мне прислали товары на обзор с официального магазина Бурпритти. Недавно только у меня были товары от них на распаковке. И уже пришли новые новиночки. Так, распаковываю вместе с вами. Это у нас тоже распаковочка. Вот как-то так. Доставка очень быстрая. Недавно только они у меня были на обзоре. И уже новиночки свежие вышли в магазине. Все гель-лаки, получается, по 10 миллилитров. Тут идет гель 10 в 1, 0,6. И давайте будем с вами открывать и смотреть. Так. Что тут указано? Это идет кошечка под номером 6. Все указано на коробке. RG06. Объем 10 мл. Есть инструкция, как использовать. И давайте откроем вместе с вами. Так, я сейчас возьму свои щипчики. Ими легче открывать коробки. Вот такими щипчики легче открывать все это дело. Вообще упаковка просто шикарная, дизайн также мне нравится. У меня сейчас один из любимых цветов — это желтый. Желтый цвет, цвет солнца, тепла, да. Люблю желтый цвет. Оранжевый, желтый — это мои цвета. Объем хороший. Вообще, в последнее время они выпускают по 10 мл новиночки. Так, баночки идут с золотом. Вот тут такое золото, розовое золото, что ли, на кисточке получается. Есть окошко, просвет. Также есть состав на баночке. 10 миллилитров можно положить на паузу и почитать. Также указан код 58115, чтобы искать на сайте, дата производства и серия. Дальше, это у нас цвет под номером 6, это у нас цвет под номером 5, это у нас гели, гель номер 64. И гель нюдовый номер 60. И это 10 в 1. Это получается и база, и растекашка, и гель. Сейчас будем смотреть. Давайте следующий. Это кошечки. Вообще в этом магазине очень много разных кошек. Так что, кто любит кошки так, как я, смело советую вам от Бурпритти кошечки. Это та же серия, цвет под номером 5. Получается, у меня цвет 5 и 6. У меня на канале много распаковок. Кто впервые на моем канале, советую посмотреть предыдущих видео. И, конечно, кто любитель
фирмы Борприки, так как у меня много-много их товаров. И всегда новинки у меня на обзоре. Так, 57-851 код, цвет под номером 14. Так, наверное, начнем как раз выкраску из этих, гелей. Да. Начнем выкраску. Так, давайте начнем с этого чудо-средства. Это идет 10 в 1. Там получается база, гель для наращивания, гель для укрепления, для апекса гель. 10 функций получается в 1. Для смешивания цветов гель-лака. Так, давайте посмотрим, что это за зверь. Ищем его, едят. Какая консистенция. Вот такая очень красивая. Такая как бы нюдовая. Классный цвет. Запах. Запаха резкого нет. Слабый запах. Давайте с вами нанесем. Такая как бы каучуковая база. Густой этот Nail Glue гель. Ну, цвет красивый, нюдовый. Классный. Запаха резкого нет. Поэтому и радует. Такой цвет. Красивый нюдовый цвет. Такой как на кисточке. Наполнение полное, но он такой густой. Так, ничего никуда не затекает. Главное, что резкого запаха нет. Ну и тут, наверное, цвет указан на баночке. По консистенции он мне понравился, самовыравнивается, цвет хороший. Дальше гель под номером 10, нюдовый гель. Это, девчонки, это вообще огонь. Это белый гель с блестяшками. Посмотрите, какая это красота. Сумасшедшая. Ну, в этом геле запах порезче, нежели предыдущий. Так, что-то мой фокус. Очень красивый. Такой шиммер. Получается шиммер. Мелкий золото шиммер. Как-то так. Консистенция не жидкая, хорошо держится на кисточке. И давайте нанесем. Нанесем на вот эту типсу. Так, фокус. Запах не резкий, но запах все же есть. Посмотрите, какая это красота, девчонки. Вообще молочные гели сейчас в тренде. Это еще вот такой с блестяшками. Вообще, девчонки, супер. Видно, да? Так. Это цвет 10 и 14 цвет. Очень хорошо закрыты. Даже тяжело открыть. Не могу открыть. Так, еще раз попробуем. Уже открыла. Также очень красивый, такой розовый, нюдовый цвет, также с блестяшками. Шикарный, шикарный цвет, девчонки. Запах такой же, наполнение такое же. Очень красивые два цвета. Ну, в первого 10 в одном там идет консистенция как бы каучуковая. Тут более-более жидкая. Вообще все три они такие хорошие гели. Особенно мне понравился белый шиммера. Черные типсы, так как у нас две кошечки. И сейчас выкрасим наши кошечки. Цвет под номером 5-58-115. Кошка. Ну, туго открывается. Нужно мне снять кольцо. Так, еще вот
назад. Вот, открыла. Так, чтобы открыть. Какая-то красота. Классная голографическая кошка. Взяла черную чипсу. Кисточка ровная, длинная. Легко, удобно наносить. Самовыравнивается. Такая кошечка. Какая-то красота. Супер, просто замечательно. Вау, эффект. Классная. Еще раз цвет под номером 5. И вторая. Вторая у нас цвет под номером 6. Это что-то подобное к предыдущей, но более такой синий как бы цвет. Ух ты, это также супер кошечка. Красота просто. Так, это у нас без блика, быстро реагирует на магнит, это с бликом, такая как бы зеленая, золотая и синяя фокус, вот так их сравнение, цвет под номером 5, цвет под номером 6. Такие красивые кошки будут у меня. Такая красота. Обе они супер, просто замечательно. Там продавца больше выбор. У меня только 2. Ссылки будут в описании под видео. Дальше следующая посылочка. Это мне пришла маленькая посылка. Тут мне пришло масло для кутикулы. Так, вот так все упаковано. Это идет клубничка. Это идет масло для кутикулы карандаш. Вот что заявлено. Такое розовое. Запах. Запах очень-очень приятный. Хороший запах. Вот такое масло. Объем, сколько тут объем. Что нигде не пишет. Ну, небольшое, маленькое. Люблю использовать масло как раз перед сном наносить на кутикулу. Там есть разные, как бы, разными фруктами, и яблоко есть, и другие, и с розой есть, с запахом розы. Так что на любой вкус и цвет, и под настроение. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, мира, добра, здоровья, любви. До новых встреч, всем пока-пока, скоро увидимся.